Басин Петр Васильевич, художник, профессор религиозной истории и портретной живописи, представитель русского академизма. Родился в семье чиновника. С 1811 посещал рисовальные классы Академии художеств. Занимался под руководством профессора Шибуева. Удостоен большой золотой медали за картину «Христос изгоняет из храма торгующих» 1828 года. Пенсионерские поездки в первой половине XIX века, как правило, в центр европейской живописи Италию, выпускников Академии художеств, достигших наибольших успехов в обучении в стенах родной Академии, для большинства молодых российских художников являлись важным этапом их становления и превращения в настоящих мастеров. В 1818 Басин конкурировал на получение права пенсионерской поездки за границу, представив Совет Императорской Академии Художеств картину «Христос, изгоняющий торгующих с храма». В 1819 отправлен в Италию на средства кабинета Его Императорского Величества. Одиннадцатилетнее пребывание в Италии можно отнести к наиболее удачным годам его творчества. В Риме познакомился с Камуччини, Тарвальценом, Кановой, которые оказали на него значительное влияние. В пейзаже Басина, в обращении к которому определенную роль сыграл Щедрин, нет стремления к эффектной передаче вида, ориентировки на моду. Здесь он создает не только картины на мифологические сюжеты, такие как «Фаван Марси учит молодого Олимпия игре на свирели», «Сусанна, застигнутая старцами в купальне», как того требовало господствующее в Академии художеств направление академизма, но и пишет портреты. Портрет художника Сильвестра Щедрина, жанровые сцены из итальянской жизни, и они разнообразны по технике исполнения и сюжету. Одна из таких картин – «Землетрясение в Рокко-ди-Папа» близ Рима 1830 года. Thank you.